Кормление голубей для многих горожан – занятие весьма забавное и популярное. Попробовать свои силы в этом простом деле решил и подросток из Израиля Матвей Фаберман, который приехал в Челябинск к отцу на каникулы. Он приехал, ему стало скучновато, так как он живет в солнечном Израиле. Он говорит: давай, пап, попробуем довести голубей до Арбата. Идея провести голубей по такому маршруту пришла спонтанно. Мы с папой гуляли со сквера до Арбата всегда, и я увидел голубей. И папа купил семечки, и мы начали кормить их. После того, как птицы слетелись к рассыпанным семечкам, школьник направился от Аллеи Славы в сторону Кировки, поддерживая интерес пернатых к кормам. Голуби, как загипнотизированные, отправились вслед за подростком. Таким способом несколько сотен голубей к концу пути оказались на пешеходной улице. Матвей признается, выполнить такой трюк удалось не сразу. У нас уже было две попытки до этого, но у нас не удалось. Вот, а с третьей попытки я решил записать видео и залить в YouTube. И у нас получилось. Семена подсолнечника в сухом или сыром виде для голубей – одно из самых полезных лакомств. От такой еды птицы получают практически все необходимые полезные вещества. Однако любителям подкармливать пернатых стоит помнить, что семечки, обжаренные с маслом и солью, могут нанести им непоправимый вред. Александр Беспалов и Владислав Шишмаренков. СТС. Челябинск.